Место для теплых встреч, дружеских объятий и хороших воспоминаний. Год назад такое место прокуратура региона создала для своих сотрудников собственноручно, открыв в областном центре музей надзорного органа. Сюда приходят студенты, школьники, ну и, конечно, ветераны ведомства. Во вторник в музее устроили встречу поколений. В условиях нашего динамически развивающегося законодательства порой трудно даже вот все направления нашей прокурорской деятельности следить за теми изменениями, которые происходят. Вместе с тем, по таким вопросам, как организация работы, формирование взаимоотношений, тактика определенных проверочных мероприятий, я думаю, наши прокуроры здесь, их опыт бесценен. Ветераны приходят в музей, как правило, не с пустыми руками. У них всегда есть чем пополнить хранилище истории. Но самое ценное – это все-таки то, что они могут передать из уст в уста. Не сдаваться, там, если будут трудности, их надо пережить. Ну и учитесь у старших, которые вместе с вами с бок о бок работают. Ну и вспоминайте нас, ветеранов. Доброго вам пути! Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран прокуратуры Николай Зайцев, сам как живая энциклопедия. Работать в ведомстве он начал в 50-е годы прошлого века. Зарплата у стажера следователя была 100 рублей. А у следователя, первоначально, 120. Столько же, а то и чаще всего больше с премиями получал помощник мастера на ткацкой фабрике, на любой. Так что не очень-то. Квартир не было. Жили на частных квартирах. Вот и получается, что престиж профессии зарабатывали именно эти люди. А молодым кадрам важно планку не уронить. Хорошо, когда есть у кого спросить, как это сделать. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.